должны. Мы, Дом культуры, это праздники, а вы – это будни, и нам без вас никуда. И сегодняшний праздник, он специально для вас. Под словами «наши будни» Алла Жигарева имела в виду Центр благоустройства и бухгалтерского учета. В этом году им исполнилось 5 лет. Весной 2013-го было создано ремонтно-эксплуатационное управление, которое отвечает за благоустройство Вашукина. Первым директором новой тогда организации был Олег Дасин. Начинали было очень трудно. Это я вам честно скажу, мы справились с этой задачей, и передал я эстафету Екатерине Андреевне. Честно, был уверен, что справится. Почему были уверены? Не знаю. По глазам понял. По ней это видно. Директором РЭО Екатерина Потемкина стала в конце 2013 года. Хоть поначалу ей казалось это трудным, то сейчас она смело называет свою работу здесь любимым делом, за которое болеет всей душой. Страшно было первые 2 дня. Но всегда в помощь мне был Олег Васильевич, потому что где-то приходилось немножко бригаду, так, мягко сказать, направлять. А потом уже не было времени бояться, уже надо было впрягаться и идти. То есть на рельс он уже это поставил, все, главное было это удержать и приумножить. И вот с этим, конечно, помогали все, и в первую очередь это коллектив. Самое главное – это коллектив. Дальше дело техники. Уборка улиц от снега зимой, осенью от листвы. Кроме того, круглый год еще и от мусора. Посадка цветов, опил сухостоев, внешний облик поселения, благоустройство аллей и парков и многое другое. Все это центр благоустройства и бухгалтерского учета. Огромный труд. За эти годы видно, как преобразился поселок. Поэтому мне от всей души хотелось бы весь коллектив поздравить с 5-летним юбилеем. Всем, может быть, это звучит как-то очень традиционно, но всем пожелать здоровья и их семьям тоже, и благополучия. Свой юбилей Центр благоустройства и бухгалтерского учета отмечал 16 ноября в Доме культуры в микрорайоне Росхмель. Для сотрудников ЦББУ был подготовлен праздничный концерт, на котором выступили как местные творческие коллективы, так и гости из соседних поселений. Официально свой день рождения ЦББУ должен был отмечать еще весной. Но, как правило, в это время года у них много работы, поэтому праздновать решили в ноябре. Я радуюсь за то, что у нас сейчас есть. И все! Что было раньше и что сейчас, куда бы ни пошел, кругом красота, и все это вы. Гоняла я вас, конечно, все время ругала вперед и вперед, и много работы давала. А почему? Потому что много ее. Учредитель нашей организации, глава поселения, городского поселения Шукина Юрий Алексеевич Кондратьев уделяет очень большое внимание нашей организации. И живой пример тому, то, что лишь только в этом году мы уже должны получить новую косилку роторную. Поедем 26 числа получать трактор. И еще один трактор МТЗ-82 должны получить. 5 лет – это только начало, однако Центр благоустройства и бухгалтерского учета уже успел за это время достичь многого. У них есть свое любимое дело и коллектив, который является целой семьей. Спасибо вам. Всем спасибо. Евгений Коломиец, Павел Розин, Алексей Сухой, Пушкинское телевидение.